Креативные проекты для реализации идей молодежи. Скоро в Черкесске начнет функционировать коворкинг-центр молодежного ресурсного центра бизнес-проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций «Дом молодежи». Данный проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Союз молодежи Карачаево-Черкесской Республики» на грант президента России. Об основных целях и задачах проекта и о том, какие ремонтные работы были проведены, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Коворкинг-центр «Дом молодежи» – это место, где молодые люди смогут реализовать свои проекты. Быстрыми темпами члены Союза молодежи Карачаево-Черкесии провели ремонтные работы по демонтажу полов и ненужной стеновой перегородки. Руководитель проекта Наурус Байрамкулов отметил, что общими усилиями членов организации полностью был проведен капитальный ремонт и уже идет подготовка к открытию «Дома молодежи». Мы создали в рамках данного центра проектный офис, где те иные люди, кто имеет социальные инициативы, предпринимательские инициативы, могли прийти здесь, получить консультацию, получить поддержку, ознакомиться с мерами финансовой поддержки и иных видов поддержки государственной. Мы сделали презентационный зал с полностью всем видеооборудованием, где можно проводить образовательные мероприятия, зона кофебрейков и переговорная, и непосредственно коворкинговая зона, где есть 10 рабочих мест, где лидеры социально ориентированных проектов, либо молодые предприниматели, или же фрилансеры могут занимать себе, для себя место, вести свою деятельность. Также в ходе ремонтных работ полностью было установлено трехфазное электричество. Помимо этого в здании было проведено отопление. Стены полностью были обновлены и покрашены. В Доме молодежи предусмотрена и комната для досуга. Член организации Мурат Озов отметил, что все ремонтные работы были проведены качественно и под особым контролем. Мы заменили систему отопления, климатическое оборудование установили, полностью поменяли санузел, то есть освежили санузел. Также мы поменяли все освещение в этом помещении и добавили систему противопожарной безопасности. Вот. Сейчас уже все на финишном этапе, мы уже заканчиваем, получается, монтаж именно системы пожарной безопасности. Также в помещении учитываются все санитарно-эпидемиологические нормы, установлены санитайзеры, эти диспенсеры масок и система рециркуляции воздуха. Как отмечают сами организаторы коворкинг-центра, Дом молодежи станет местом, где креативная молодежь сможет не просто реализовать свои проекты, но и найти своих единомышленников. И уже совсем скоро новое здание распахнет свои двери для молодого поколения. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.